Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби-герои. Ну что, у нас закончился сезон, и мы получаем с вами награды. Так, пиньета. Итого мы зарабатываем 7 паков. Фух, ну что, была не была, поехали, ребят. Скрестим пальчики в надежде, что Рэю выпадет хоть одна легендарочка. Мне бы этого очень сильно хотелось бы. Так, очень много дублей. Прям очень много, ребят. Так, редкие пошли. Ага. Так. Мега редкие. И легендарочка. Что? Вы серьезно? Ребят, у нас зомби в бочке — это легендарная карта? Нет, ну я, конечно, не против, но... Ладно, ладно, пускай хотя бы так. Чем вообще никак, ребят. Ну что, алмазная лига. Начался у нас юбилей, ребята, ровно 60-й сезон. Поехал. Так, и значит, что у нас получается? Ежедневки, давай смотреть. Нанесите 20 единиц урона героям зеленой тенью. Так, разыграйте 2 зомби из надгробий. И выиграйте 5 многопользовательских игр. Это просто шикарно. Так, но сначала я хочу, знаешь, что глянуть. Громкое событие. Да, я хочу поиграть в громкое событие. Пора использовать стратегическую колоду «Полный бедлам» против Займеха. А то он может разыграть массу дешевых гаргантюа с помощью гаргантолога. Ну, я постараюсь этого не допустить. Значит, надо будет, ребят, нам с вами гаргантолога. Твою налево, а что-нибудь... Ну, ладно, не знаю, что из этого получится. Почему я не удивлен нисколечко, а? Почему я нисколечко не удивлен? Ага, ладно. Опять же, мне пока поставить нечего. Так, а зачем мне вот этот? Блин. А как же лучше сделать? Давай, наверное, вот так вот. Угу. В плане. Ну давай так. Блин. Это, конечно, пакость, друзья мои. Я надеюсь, все-таки сработает у меня. Да, конечно, сработает. Ага. Держи карман шире. Ага. Угу. Блин, горелый, что делать-то будем? Плюс 2-2 получает, да? Так. Ну, если я, например... Я даже не знаю, что сделать, если честно, ребят. Ну, давай вот так вот сделаю, наверное. Черт знает, как тут лучше сделать. Кто там вылупился? Козел. Поехали. Сейчас яиц тут своих набросает, блин. Офигенно. Офигенно. В кавычках, друзья мои.
Да что у меня колода? Ты посмотри на мою колоду. Я не знаю, что тут сделаю я. Ну и что тут сделаешь? Еще не легче. 2-2-2. Все, ребят, фейл. Тут уже ничего мне не поможет. Обалдеть, дают такие карты вообще. Что я с ними должен здесь был сделать? Ну, ребят, ну что? Ясен перец, ты ничего здесь не сделаешь. Какой-то бред надавали, блин, дорогие карты, блин. А ему дешевые вообще. Копеечные карты дали. И как я должен здесь был выигрывать? Фигня полная. Ну ты посмотри, что он мне навыдавал тут. 4-5. Да, ладно, ребят. Мы поехали вот сюда. Значит, зеленой тенью нам нужно нанести. Зеленой тенью. Кстати, у нас зеленая тень, по-моему, уже готова, да? Че, попробуем? Так, и дают нам Гаргантюа. Гаргантюа именно разгром. Тю-тю-тю-тю, даже не знаю, давай вот этого поменяем. Очень интересно. Очень интересно. Ну, 100% валун у него должен быть. Валун у него должен быть. Ага. Давай я так сделаю. А он рассчитывал, что ли, на этот? Думал, что у меня есть за 5... Бусина? На это, что ли, он рассчитывал или как? Хм, пока непонятно. Ага. Так, я тогда сделаю вот так, наверное. И вот так. А дальше-то что нам надо будет делать? Дальше нам надо будет, по идее, выкинуть бы его. Но выкинуть у меня сейчас не получится. Угу. Пам-парам-пам-пам, блин, что же сделать? Это же команда? Команда. Давай так попробуем. У него 3 энергии. У него 3... Этого мы выкинем сейчас. Или этого, или кого он там сейчас поставит взамен его. Ай-яй-яй-яй-яй.
Кто-то сейчас улетит у меня, да? Или Зарой его восстановит себе? Хм. Интересно. Мне лично... Я, наверное, сейчас выкину Гаргантюаху, скорее всего. А если у него безумие? И он восстановит себе здоровье и переместит его на эту линию. Что тогда? Или он сдался? Он, походу, сдался, друзья. Он сдался. Угу. Ну что же. Флаг ему в руки. Единственное, что, ребят, я не успел ему пробить 20 единиц урона. Придется еще играть. Поехали. Смотри-ка, как быстро. Так, на этот раз нам выпадает вот этот чудик. Ландшафт. Я не знаю, нужно ли было мне менять ландшафт. Давай проверим. Что надо сделать? Я все время забываю. Забирать часть шкалы суперблока. Но суперблока у него нету, поэтому... Особо ты там ничего не заберешь. А как? А как делает? Угу. Так, если у него сейчас есть безумие, да, да плюс он еще... А, заморозку он использует. Ага. И бонусную атаку. Понятно. Сюда. Так, ну что же он собирается делать? Собирается поставить сюда ландшафт, насколько я могу понимать. Ага. Усиливается. И заморозочку. Я тебя прекрасно понял. Так, и амфибию. Давай, 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 ставь. Думаешь, тебе эта амфибия поможет? Единственное, о чем я жалею, ребята, что я не забрал с собой ландшафт. Угу. Давай, шамань, шамань. Так, 5-2. Давай, рикошет. Вот этого рикошет. Пипец. Так, ну мы-то тоже с тобой возьмем карточку. И карточка очень даже хороша. И карточка, друзья мои, очень хороша. Так, я ее поставлю на воду, наверное, да? Поставлю ее на воду. Хм. Но бомбанет он, да? Бомбанет.
Бомбанет он, бомбанет. Давай смотреть. Угу. Так. Ну что, наша цель, ребята, прикрыться. 6 и 3. 9, 9. То есть, получается, в любом случае нам здесь как бы не продержаться. Так, что же тут лучше? Как сделать-то? Поехали. А он два раза будет бомбить, по-моему. Угу, да. Он два раза, ребята, бьет. Я думал, что он бьет только лишь в том случае. Ну, мне никак ничего не... Этот мне не дали, блин, который отталкивает. Если бы он был бы здесь, да, мы бы его выкинули бы. А так его не было. Так, разыграйте 2 зомби из надгробий. Ну, это, наверное, бесенку под силу, я так понимаю. Твою налево, зубостизила, а? Это зубостизила у нас. Не самый лучший вариант, если честно. Ладно, мы сейчас проверим. На вшивость. Нету. Нафиг ли мне вот этот вот хламон? Давай так сделаем. У него должно быть терновый куст, либо съедает сразу же. Чё ты мне втираешь-то? Проверим. Все, что ли? Погнали. Ага. Такие вот пироги, друзья. Фига у нас 2 по 6. Два по шесть, ребята, это круто. Так, ну, могилоедов у него быть не может по приори. Окей, так, теперь поехали. Но у него могут быть 2 бомбы. Две бомбы, да?
Так, хорошо, здесь справился. На хилах. Угу. Так. Ну что, пока нормально, ребят. Все у нас в тему. 26 в лицо он своих получит. Погнали далее. Понятно. Поехали. Так, сейчас кого-то съест. А, с наименьшим здоровьем. Вот этого. Ну и все. Бамс, бамс. Да, это повезло, что вот эти вот у нас за 6 единиц 2 штуки выпало, ребят. Это солидно. Блин, разыграйте зомби из надгробий. Слушай, а, кстати, бочка бы здесь, наверное, очень даже была бы кстати. Слушай-ка. А он может, он имеет право... Да, он же может бочку. Знаешь, что я сейчас вот просто сижу и думаю, а почему бы нам не взять вот вместо этого гаврика бочку? У нас же есть с тобой вот это, но опять же, выпадет, не выпадет, неизвестно. Я думаю, что будет от него больше толку. От бочки, точнее, чем от бесенка. Сейчас посмотрим. То есть мы вставляем бочку, потом делаем на нее кровожадность. Ну и сам знаешь, дальше эффект какой идет. Бочка взрывается и сносит всех с поля боя. Кто бы там ни был. Это будет хорошо. Но опять же, это нужно реализовать все. Понимаешь, мило? Не так все просто. То бочка тебе не выпадет, то не выпадет тебе кровожадность. Ой. Хотя здесь, ну, здесь вот бочка, ребят, может очень хорошо нам помочь. Да ядрен ты, матрен, ну. Ну, это что вот сейчас? Вот, вот что ты мне прикажешь тут поставить? Эту? Не хочу. Пускай он там ставит свои грибы. А, он ягоды. Что, серьезно, на ягодах? У него фруктовый микс, верно? У него фрукт... Блин, вот где... Вот, видишь? Вот где, ребята, та самая бочка, о которой я говорил вам? А? Вот где она? Короче, здесь на ягодах чувак будет. Здесь чувачок будет на ягодах. Проверять будем сейчас. У него может заморозка быть. Да тут дофига уже что можно наделать. О, видишь, что творит. Друзья, где бочка? М? Где бочка, спрашиваю? Угу, поехали. Я в шоке. Нафиг ли мне твои мускулы-то, ёпперсеты, блин. Не дождался, наконец-то. Он сейчас их превратит, да? Не превратит. Ты серьезно?
Надо было мне ставить вот этого и не париться. Я думал, что у него будет фруктовый микс. А у него не оказалось ни одного фруктового микса, ребят. Так, ладно, нам нужно выиграть 5 поединков, поэтому погнали. Че, бесенка стреляет? Давай за бесенка сыграем. Офигеть. Это же надо было, блин, а? И убрал этого, и еще как раз ураганчиком. Так, ну что, поехали. Бочка, когда... Я тебе еще раз говорю, ребят, когда эта бочка нужна, ты ее никогда не получишь. Когда вот этот чмошник нужен был, ты его не получил. Сейчас по земле, наверное, звезданет, да? Ну, нет. Он взял кактус. Это плохо, что он, ребята, взял кактус. Кактус. Ага. Подкачал, да? Ну что, теперь наше время, ребят, подкачивать. А как? Как вот вопрос? Как подкачать-то? Ну, как вариант. Как вариант. Угу. Слушай, а у него... У него могилоед есть? Да, наверное, есть. Ага, во как. Че, неуязвимость берет? Смотри-ка, а. Так, слушай, могилоеда он взял, да? Значит, сделаем так. Блин, прикинь, если он сейчас могилу эту уничтожит, это будет фиаско. Так, замораживаем там. Поехали. Не туда ты твою налево кинул-то, блин. Сейчас бонусную атаку сделает. Вот этим, наверное. Может не сделать, я не знаю, ребят. 6 хп мы ему оставили, да? Угу. И... И все? Понятно. Все было здесь понятно. Я-то думал, сейчас чувачок рас... Ну, возможно, ребят, возможно, если бы у него была бы удар бы по земле, если бы у него был бы удар по земле двойной, и изначально пошла бы как... Совсем по-другому игра пошла бы. В его пользу. Потому что он бы мне и сундук расклепал бы там, и у меня бы не было добора. Но у него не было. Ладно, давай посмотрим, что дальше. Получится ли у бесенка еще тут немножечко помурыжить нашего противника. Нам нужно еще выиграть два поединка. Блин, да опять этот гриб, да?
Да что же, вот против гриба, ребят, ну это... Ну что вот это вот дает? О! Вот. Ну с одной бочкой тоже, ребята, сыт не будешь. Верно же? Надо ждать, выжидать момент, когда он поставит как можно больше карт. Такс. Пэм-пэм-пэм-пэм. Давай сделаю вот так вот. Так, что же делать-то? Ну, прятать его в могилу нет смысла. Но бонусной атаки у него тоже нету, да? Ладно. Ты запарил уже просто, а? 4 и 4, 8. Блин, 8 в лицо, это много. Погнали, короче. Тут он тупо пропустит ход, скорее всего. Даже так? Не буду я пока ничего делать. Будем смотреть. Выкидываем его к чертовой бабушке, да? Блок сработал. Сработал, ребятушки. Ребятушки, сработал брок. Угу. Это уж ли выкинет? Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум.
Это не страшно, это, ребят, не страшно. Вот это, вот этого, сдвой вот этого. Молодец. Ага. Так, ну что, этого замораживаем, да, получается? Да нет, зачем этого замораживаем? Вот этого заморозим мы. Поехали. Пам-пам-парам-пам-пам. Пам-пам-парам-пам-пам. Тун-тун-тун-тун-тун-тун. Такс. Если он его сюда поставит, это будет беда. Я не смогу воспользоваться заклинанием. Ну чё ты там, грибок? Завис-то, ё-моё. Короче, решил сдаться, да, парень? Ну что ж, флаг ему в руки, друзья мои. Флаг ему в руки, как хочет. Было бы предложено, да? Да что ж такое-то? Еще нужна, ребята, одна победа. Ну, с этим грибом у нас получилось, слава богу, все вроде бы неплохо. То, что вот, конечно, мне понравилось, когда у меня была бочка на ландшафте, он думал, что взорвутся все. Но видишь, я одного успел спрятать в надгробие, поэтому он не получил повреждений. И у нас выходит цитрон. И у нас выходит цитрон. Ёпрасоты. Да ну ж... Твою дивизию. Цитрон, на чем цитрон будет? На бобовых, наверное, как обычно? Нет. Не как обычно. Не все так сделаю. Превратит или нет? В кого-нибудь там. О, как. Давай я так сделаю. Неуязвимость берет. Ага, я, короче, понял, насчет чего он, ребята. На что он рассчитывает? Пиу! Давай посмотрим. Тут выживет только вот этот вот. Ну, допустим. Тин-тин-тин-тин-тин. Если сделаю...
Вот так. Ну, допустим. И это все, да? Поехали. Защита, да, ребят, защита может сработать, тут не поспоришь. Ну что у него там, защита сейчас будет или что он там? Стенорек ставит. Пять и пять, да? Могилоед у него может быть. Могилоед у него может быть. У него защита есть. Он может защиту поставить. Серьезно? А, ну правильно, ребят, что он тут? Мне вот этот вот мелкий пиу-пиу накостылял бы ему по полной программе. Да и к тому же я бы этого чудика бы уничтожил бы. 100%. Ну, он хотел на бобовых сыграть. На орехах. На бобовых, на орехах, в общем, все в этом жанре. Ну что, друзья мои, слава богу, отыграл я, как говорится, все свои проигрыши. На этом буду закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.